Друзья, привет всем! Сегодня будет влог семинара. Пришло время для саморазвития. Пришли мы с любимой на мега-тренинг. Первый семинар в 2019 году. Зашел я вот в угол, чтобы нормально вам все записать. Вообще, ребята, семинары, они не для всех. Есть люди, которые негативно настроены к семинарам. Им семинары никакой пользы не приносят. Они говорят, вот, это на нас зарабатывают деньги. Да, ребята, на вас зарабатывают деньги. Я знаю таких людей. Туалет вот там. Да-да-да, заходите. Здесь женский туалет и нету таблички на двери. Я знал таких людей, которые отсидели весь семинар и сказали, ну что это за херня, я все знаю, я самый умный. И понятное дело, для таких людей эти семинары никакой пользы не принесут. Я же, вы знаете, извлекаю пользу с любого семинара, да. Вот чем чаще я хожу на семинары, в 2018 году я посетил больше 10 семинаров. Чем чаще я хожу, тем больше информации, понятное дело, я знаю, но я туда иду не за новой информацией. Я туда иду... Да, вот туда. Я туда иду, ребята, за окружением, я туда иду за общением, я туда иду за мотивацией. Бывают такие семинары, да, что ничего нового я не узнаю, но я замотивируюсь, я приду домой, и моя продуктивность вырастет. После каждого семинара моя продуктивность увеличивается на 10-20%. Например, после семинара Тони Робинса моя продуктивность выросла на 50%. Я увеличил свои доходы на 50%. Ну, конечно же, у меня была мотивация, потому что билет стоил 7000 евро. И я извлек из этого семинара максимальную пользу и увеличил свои доходы. Потому что я, ребята, всегда учусь. Всегда нужно учиться. Если вы не учитесь, учиться нужно у всех людей. Все люди вас чему-то могут научить. Если вы не учитесь, вы деградируете. Я знаю, что это видео наберет мало просмотров. Для меня, ребята, это самое сложное видео, потому что вот я попытаюсь вам с двухдневного семинара показать все самое интересное. И это видео как раз для тех подписчиков, которые хотят развиваться, у которых нет возможности ходить на такие семинары. И сколько бы просмотров не было, я все равно для вас буду стараться. Ну что, погнали! Первая часть этого упражнения. Вспомните, пожалуйста, три события из своей жизни, когда вы достигли то, о чем мечтали. Момент, когда вы могли себе сказать, все, я достиг, я красавчик вообще, я сделал это. Представьте, что вы тяжело проснулись. И вот вы, значит, вы проснулись, и вы сели на кровать. Вот так, сели на кровать. Вот представьте, что вы сейчас сидите на своей кровати. Важно сесть, вот просто себя перевести в состояние сидя с прямой спиной. Вот сядьте, пожалуйста, на край стула, с прямой спиной. Должна быть прямая спина. Когда вы сделали прямую спину, то уже как бы, ну, уже тяжело в таком состоянии лениться. Это упражнение называется прайминг. Это упражнение 40 лет делает каждое утро Тони Робинс. И он говорит, что вот... Ни одного дня я не пропускал. То есть он, когда стал на вот этот путь развития роста, каждое утро он начинает без исключения с этого упражнения. Садитесь ровно и с ровной спиной. Делайте вдох. Вдох, наполняйтесь кислородом, выдох. Выдох, как выдохнется. Итак, давайте начнем с 20 раз. Я делаю 40 раз, но я уже прокачанный. Начните с 20 раз. Давайте сейчас делаем 20 вдохов. Все, потом с ровной спиной, с закрытыми глазами сидите и вспоминайте первый раз свое первое достижение, которое вы записали. Как будто бы вы сейчас там, в этот момент, и вы переживаете его заново. Вот это вот событие, которое было когда-то, в котором вы были в идеальном психологическом, физическом и моральном состоянии. Вот вы как будто бы снова в тот момент вливаетесь, прям 30 секунд буквально это занимает, вы снова там. И внутри себя говорите, вот те слова, которые тогда звучали, вы себе сейчас говорите, красавчик, молодец там, вообще вот. Если я это смог, я все смогу. Вот те слова, которые у вас всплывают, слова, подтверждающие вашу силу, то, что вы достигли, то, что вы смогли, и вот такое же выражение лица, как тогда. И вот вы прям чувствуете в теле, как вот то состояние, оно прям приходит в тело, приходит в эмоции и в мышление. Вы мыслями сейчас в том же состоянии.
И еще 20 глубоких вдохов. Дальше нужно свое тело приучить двигаться. Вообще, у человека внутри есть ленивая корова. У каждого человека. Кто знает свою ленивую корову? И эта ленивая корова, она что в этот момент хочет? Лечь на кровать. Она хочет только трех вещей. Кайфовать, кушать и размножаться. Все, причем размножаться не двигаться. Так, чтобы вокруг все было. Значит, ее нужно приучить действовать. То есть нужно свое тело натренировать, чтобы оно было, чтобы эта корова по вашему сигналу, чтобы она в любой момент срывалась и делала все, что нужно делать. Значит, смотрите, вот вы сидите на стуле, есть вы вот в этом состоянии, что вам нужно реализовать свою мечту. Это состояние такое, вот мечта же, она легкая. Мечта, она такая прям легкая, очень легкая. Можно в мыслях, можно на Луну улететь, да? И вам нужно теперь заставить свое тело двигаться, чтобы реализовать эту мечту. Значит, вот вы сидите, на счет 3, 2, 1, и потом начинает музыка, и вы прям прыгаете, и 30 секунд колбасимся, прям заставляем тело двигаться. Понятно? И мы так приучаем свое тело, 3, 2, 1, и утром надо так и делать. Утром приготовить наушники, своя любимая музыка, или можно не наушники, просто можно соседей радовать каждое утро. И минуту поколбаситься, включить тело. Готовы? Приготовились? Давайте. Вот сейчас сидим, как будто бы вы вот только проснулись. Так, приготовились. 3, 2, 1. Давай. Знаний, которые тоже устаревают. Мир развивается. То, что вчера работало, сегодня может не работать. То есть понятно, что такое ресурсы. Значит, каждый человек должен для себя каждый день выделить как минимум 30 минут на увеличение своего ресурса. Прям конкретно обновление ресурса. Тело, знания, отношения. Вот три вещи, главные ресурсы у человека. Новые знания, физическая энергия и отношения с людьми. Надо понимать, что ресурсы, они обновляются через выход из зоны комфорта. Поэтому обновлять ресурсы – это все время головняк, это рутина. Ты должен все время себя заставлять это делать. И, ну, то есть, это так устроено. То есть, ты просто должен, это работа. И она идет, опять же, через выход из зоны комфорта в зону дискомфорта. Второе – результаты. Если человек не имеет цели, тогда его движение реактивное. То есть, он работает на других. Он зависит от других. То есть только цель, она человека выводит на управление своей жизнью. Когда человек сам придумывает свою цель, мечта, цель, то тогда он действует на переднем приводе. То есть я, есть моя мечта, и меня двигает моя мечта. Люди окружающие или мне помогают, или меня сбивают. Но если у меня нет цели, все, в GPS нет никакой цели, тогда как я двигаюсь? Очень реактивно. Тут позвали, там позвали, тут проблема, там проблема, тут позвали, там позвали. И человек вот такой вот хаотично проходит его жизнь. Поэтому цель – это обязательное условие получения результатов от жизни. Когда у вас есть ресурс, и вы его с помощью цели сжимаете в луч, такой лазерный луч, и начинаете весь свой ресурс направлять к какой-то цели, вы начинаете к ней двигаться. Начинаете к ней двигаться. И это тоже головняк, это тоже боль, это тоже страдание. Двигаться к целям тяжело, пока ты ее достигнешь. Поэтому люди бросают свои цели, пытаются новую искать. Потому что ресурс увеличивать – это головняк. Цель достигать – это борьба, это конкуренция, это сложности. И большинство людей поэтому испытывают с этим затруднения. Почему? Потому что они радость подвешивают на достижение цели. Они говорят так: когда я достигну цели, я буду радоваться. А так как до цели еще далеко, то они бросают. Теперь что нужно делать? Третья часть работающей жизни – это умение получать радость независимо от ресурсов и независимо от цели. То есть вывести радость в отдельную категорию, что я получаю радость не потому, что достиг там или не достиг, похвалили меня, не похвалили.
Я получаю радость, потому что я решил в данный момент, вот здесь и сейчас, кайфануть по максимуму. Вот давайте сейчас попробуем, можно ли кайфануть по максимуму прямо сейчас. Давайте попробуем. Вот смотрите, представьте, что в реальности есть только момент здесь и сейчас. Будущего нет, это мысли, это ожидания, это мечты, это идеи, предположения, то есть это иллюзия, будущее это иллюзия. В данный момент будущее это иллюзия. Прошлого нет, потому что прошлое это воспоминания, которые может так было, может по-другому. Есть только настоящее. И вот этот настоящий момент, если в нем собраться, вот просто в нем собраться, собрать все свое внимание и почувствовать вот этот настоящий момент, почувствовать тело свое, почувствовать руки свои, что у вас есть руки, ноги свои, есть ноги, дыхание, грудь, у кого есть, да, у кого нету возможность почувствовать чужую грудь. Как потенциальная возможность. Нет, давайте уходим из мысли, возвращаемся в здесь и сейчас, да? И вот, когда вы почувствуете здесь и сейчас, дальше, если у вас есть водичка, можно кайфануть от воды. Если есть кофе, если есть что-то. То есть, если человек решил получить радость от этого момента, он себе такую радость организует прямо сейчас, что просто вот главное принять решение и понять, что радость зависит только от одного человека. От кого? От тебя, потому что все остальное, все внешние условия, может да, может нет. Если человек решил радоваться, он будет радоваться. Все, это формула работающей жизни. И после этого порадовался, и давай опять ресурсы, результаты и радость по ходу, не связанная ни с ресурсами, ни с результатами. Надо настроиться, жизнь, если вы хотите что-то создавать, это борьба, это головняк, это дискомфорт, это страдание. Все цели, все большие проекты строятся только через преодоление сложностей, такая жизнь. На гору лезть очень сложно, на любую гору. И любой успешный проект – это гора. 3, 2, 1. Итак, друзья, у нас перерыв. Подготовил я для вас парочку интересных моментов. Вообще, все то, о чем говорилось, я, конечно же, знаю, но, ребята, я от этого получаю реальную мотивацию. Вот, если ты что-то знаешь, это хорошо, но если ты это услышишь в сотый раз, тебе могут прийти такие идеи, и ты что-то такое можешь придумать. Я вот уже в свой блокнот записал 17 пунктов, которые я могу улучшить. Потому что вот этот мегатренинг, он касается всех сфер жизни. Мы говорили о богатстве, о здоровье, о любви, о физическом состоянии, потому что без физического состояния тоже ничего не получится. Также вот мне Ицхак напомнил, как же важно быть счастливым именно сейчас. Он объяснял, что нужно радоваться сейчас. Если вы не научитесь радоваться простым вещам, вы не будете радоваться потом, когда вы достигнете успеха. Опять же, все люди думают, что вот, если я добьюсь успеха, я тогда буду счастлив. И он научил меня вот простому методу, да, как радоваться жизни, как радоваться воде. Можно просто вот перейти в такое состояние, сделать глоток воды и кайфовать от этого. Просто кайфовать, потому что есть люди, я не знаю, у которых больное горло, и они не могут наслаждаться водой. Ну, к примеру, да, понимаете. То есть цените каждую мелочь, то есть все зависит от человека, он объяснял. Если ты войдешь в это состояние радости, да, что вот я сейчас снимаю, я делюсь с вами полезной информацией, я от этого кайфую, тогда вы будете счастливы. Также я со сцены увидел тех людей, которые пользуются методикой, что любая неудача – это опыт. Для Ицхака – это опыт. Для Дональда Трампа – это вызов. Любая неудача – это вызов. Как бы сильно вас судьба не била, люди многие сдаются, но это вызов. И в будущем, если вы это пройдете, у вас все получится. И вот один спикер закончил выступление цитатой Оксимирона, чтобы вот подтвердить сказанное. Выживает сильнейший, но побеждает неваляшка. Именно неваляшка, да? Как бы неваляшку вы не сбивали, она падает и встает, падает и встает. То есть принцип неваляшки. Будьте неваляшкой, как бы сильно
судьба вас не била, вы все равно встаете и продолжаете делать. Только такие люди добиваются успеха. И вот сейчас я вам хочу показать картинку. Вот эта картинка, как на неудачу реагируют сильные люди и как на неудачу реагируют слабые люди. Так что будьте неваляшкой. На обед мы пришли в заведение, где готовят самые вкусные стейки. Это как раз из тех заведений, вот, в которые я хожу чаще. Оно находится на дворце спорта. И вы спрашивали про именные досточки. Да, у меня здесь именные досточки. Ну и любимая именная досточка. У меня есть первый раз. Анна Ворц. Это стейк из тунца и стейк из говядины. Сейчас перекусим и опять в бой, опять мотивироваться. Долго не были, да, на семинарах? И да, такое чувство. Первый раз. Не то чтобы как новые... первый раз, энергия такая, да, как реально соскучились за этим, и там атмосфера, общение, окружение, да, круто, полетели. Винишко взяли десертное, наслаждаемся вином. Сегодня воскресенье. Сегодня выходной, можно. За развитие. За развитие. 3, 2, 1, бегом! Побеждать лень называется «Напряжение – это друг». Нужно полюбить напряжение. Обычно человек, он любит что? Он любит расслабление, он любит кайф. Кто любит удовольствие? Поднимите руку. Кто любит кайфовать, отдыхать, все. Теперь смотрите, что получается. Человек любит кайфовать, но для того, чтобы что-то получить, нужно напрягаться. То есть, когда человек напрягается, у него внутри включается режим адаптации. Вся тренировка, все развитие идет через напряжение. Если человек все время расслабляется, то у него наступает процесс деградации. Все, кто достигают цели, они умеют напрягаться и они любят напрягаться. Теперь первый способ победы над ленью – это полюби напряжение. Напряжение – это друг, это не враг. Есть зона комфорта, в которой ты кайфуешь и деградируешь. Есть, ты выходишь из зоны комфорта – это дискомфорт, это напряжение и стресс. И если ты делаешь это регулярно, тогда ты развиваешься. То есть включается процесс адаптации. Это в спорте, это в знании, это в жизни. Если ты убегаешь от этого напряжения в зону комфорта, включается процесс деградации. В жизни все очень просто. Первый способ. Вы себе говорите, я люблю напряжение. Если сработало, вы делаете. Бывает, что не срабатывает. Тогда вы используете второй способ победить лень. Нужно представить себе последствия, если вы сделаете, и последствия, если вы не сделаете. Например, перед вами задача сделать легкое физическое упражнение. Вот сейчас у нас впереди упражнение, опять же, мы сделаем свой вот этот вот порядок, да? То есть мы сделаем сейчас интеллектуальное упражнение, 3 вывода, потом 3 шага, которые надо сделать, а потом физическое упражнение. 3, 2, 1, попрыгать, потанцевать, покричать и так далее. И вот представьте, вы сейчас сидите, кому корова говорит «не вставай», вот у кого внутри «ой». У кого есть? Вот корова говорит, не вставай. Вы сидите себе и говорите, ну сейчас посмотрим, кто кого. Второй способ победителя лени. Вам нужно представить последствия, если вы побеждаете свою лень, и продлить его и умножить в 100 раз в позитив. Если вы сделали это действие, тренировка, преодолели себя, и вы в 100 раз умножили позитивный эффект, какой будет позитивный эффект через год? Если вы победили себя из любого маленького действия, позитивный эффект. Например, вы 60 секунд планки, если вы это делаете в течение года, вы дойдете до 10 минут, до кубиков пресса, до завистливых взглядов всех на пляже. Все начинается вот сделать сейчас 60 секунд. Это в плюс. Если в минус, вы продлеваете в минус. Я сейчас не сделал. Я в очередной раз не сделал то, что хотел сделать. Не прочитал этот лист, не сделал упражнения, не выучил 10 слов, не пошел там побегать. Хорошо, я сижу отдыхаю, но я просто мысленно продлеваю в плюс, продлеваю в минус.
При умножении на 100 позитивного эффекта вам захочется встать по-любому. При умножении на минус негативного эффекта вам будет страшно от того, что вы не можете сделать сейчас это действие. Это второй способ победить лень. Он называется «умножь последствия на 100». И в плюс, и в минус. Ключевой месседж сегодняшней нашей беседы – это получать удовольствие абсолютно от всего, что мы с вами делаем. Утром, днем, ночью, в туалете, на кухне, в маршрутке, в самолете, везде можно и нужно получать удовольствие. А как его получать? Знаете как? Я вам открою один секрет. Слушайте, да? Хорошо. Мы все богаты. Абсолютно каждый из вас, сидящий здесь в зале, имеет абсолютно все, что ему нужно. Вне зависимости от того, как он прыгал только что, хлопал в ладоши, либо сколько он сделал заметок, он уже сейчас богат. Но далеко не все готовы это богатство принять. Знаете почему? Почему? Восприятие! Все зависит от восприятия, от того, как мы воспринимаем мир. Лет 10 назад мне нравился очень такой известный гуру, его зовут Ицхак, только фамилия его Адизес. Кто знает менеджмент гуру Ицхака Адизеса? Очень рекомендую, я прослушал абсолютно все подкасты, просмотрел видео с ним, был 2 раза в Киеве, когда он был на его выступлении, и он рассказал одну интересную историю. Слушайте внимательно историю. У отца было 2 ребенка. Один ребенок был абсолютный пессимист, все, что не происходило в жизни, просто он плакал, жаловался, и все было всегда плохо. Второй же ребенок был абсолютным оптимистом. Все его радовало, он просто от всего перся. И вот отец решил проверить, сможет ли он поменять восприятие своих детей. Он взял пессимиста, привел его в комнату. В комнате было огромное количество игрушек для детей его возраста. Второго ребенка, оптимиста, он отвел в комнату, где был конный навоз. Пришел через какое-то время, сначала он зашел к пессимисту. Ребенок сел в центре комнаты и рыдает. Боже! Боже, как жизнь несправедлива, как много игрушек! Я не знаю, что мне взять, чем играться, папа, зачем ты это сделал? Боже, папа, все как плохо! Это было с пессимистом. Затем отец пошел в комнату к оптимисту. Что вы думаете, делал оптимист? Он скакал, насвистывая по комнате, говорил: «Боже, папа, смотри, здесь конный навоз. Значит, где-то рядом есть пони! Мы будем кататься на пони!» Друзья, все в нашем восприятии. Что влияет на наше восприятие? Самое главное – это первое – это количество энергии, которое нам доступно. Второе – это те шаблоны, которые нам навязало либо общество, либо те шаблоны, в которых мы сейчас с вами живем и развиваемся. Меня часто спрашивают: «Андрей, тебе там 38 скоро лет, чего ты дурачишься, чего ты ведешь себя как ребенок, откуда у тебя столько сил, что ты принимаешь, что ты куришь, чем ты колешься?» Блин, а я лет 11 не курю, не пью лет 6, вегетарианец 6 лет, еще и веган больше года, и еще и за здоровый образ жизни, и за здоровые мысли, и за здоровые поступки. И меня: «Ты почем?» Я говорю: «Я под жизнью!» Все очень просто. Я под жизнью. Но что мешало мне до 30-32 лет быть по-настоящему под жизнью? Потому что я просто проживал свою жизнь. Нужна и вдохновение. Есть нужда, есть желание, а есть вдохновение. Вы думаете, я никогда не хотел попасть в Forbes? Я сейчас, в принципе, хочу. Вы думаете, я не хочу кучу бабла? Кто хочет кучу бабла? Это отлично, когда это желание.
Но когда это твоя нужда, которая держит тебя, извините, за яйца с самого утра до поздней ночи, не пускает ночью, это не очень. Как отличить нужду от вдохновения? Самое ключевое – страх. Страх – это самое главное чувство, которое отличает нужду от вдохновения. Вспомните эти ролики! Чего вы боитесь? Вы боитесь пропустить, вы боитесь опоздать, вы боитесь отстать, быть хуже кого-то, не соответствовать на работе, вас не поймут. Я не могу одеть эту юбку в спортзал. Не могу одеть эту юбку в спортзал. Как я могу с этим животом пойти на пляж? Что мне теперь делать? Вспоминайте себя. Я себя вспоминаю. А страх это что? Страх это контроль. Как государство контролирует массы? Самый простой способ контроля масс – это два главных чувства. Первое – гнев, мы сегодня не о нем. Второе – это страх. Если вы боитесь, вас легко сделать племенем и отправить туда, куда надо, государство. Но только вы всегда решаете. Вы будете как все, или вы будете самим собой. Не ожидая ничего от жизни. Там, где есть ожидания, абсолютно всегда приходят разочарования. Я генерирую в себе ежедневно доверие к жизни. Ежедневно я говорю, жизнь, мы с тобой партнеры. Если вы хотите поменять что-то в мире, меняйте это в себе. Не надо ни в ком стараться ничего поменять. Живите по вдохновению, делайте только то, что вас реально вдохновляет, от чего поет ваше сердце. И знайте, что мастерство – это когда ты понимаешь, что ты находишься в клетке. Ты понимаешь, что эта клетка – твоя точка роста. Это точка, которая позволит тебе понять, что есть что-то дальше. И благодаря этим шаблонам и клеткам, и точкам роста мы учимся и эволюционируем. Потому что жизнь – это вечные приключения. Да, вы спросите, Андрей, а как же проблемы в моей жизни? Проблемы? Знаете, как я привык называть проблемы? Проблемы – это ваши возможности. В бизнесе я всегда говорю, там, где есть проблема, там есть деньги. Проблемы – это ваши возможности. Ваши возможности – это приключения. Относитесь к жизни как к приключению, потому что жизнь – это вечные приключения, это вечная трансформация и эволюция. Не бойтесь меняться. Просто берите и делайте то, что вам нравится. Единственное, не мешайте другим. Ну что, ребята, давайте подводить итоги. Закончился первый день семинара. Я в шикарном настроении. Семинар просто крутой. Суть этого семинара – то, что нужно жить здесь и сейчас. Нужно быть счастливым здесь и сейчас. На счастье не влияют деньги, не влияет возраст, ничего не влияет. Потому что многие говорят, если бы, вот если бы я был счастлив. Вот так вот я в двух словах могу сказать об этом семинаре. Так что вы добьетесь успеха только тогда, когда научитесь быть счастливы здесь и сейчас. Когда у меня ни хрена не было, я был счастлив, я кайфовал. Да, мне было плохо, да, я плакал, да, не было бабок, тяжело мне все давалось, но я кайфовал от этой жизни. Потому что я знал, что я занимаюсь любимым делом. Я знал, что я на правильном пути. Я знал, что у меня есть крыша над головой, что у меня есть здоровые родители. Короче, все было реально круто. На этом буду прощаться. Огромное вам спасибо за просмотр. Огромное спасибо, что цените такие видео. Подписывайтесь на мой инстаграм. Все ссылки на моей оригинальной странице в описании. Не ведитесь на мошенников. Обязательно подпишитесь на мой канал. И обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. И закончу этот влог одним шикарным высказыванием. Если вы не цените то, что есть сейчас, даже если у вас вообще ничего нет, когда не за что поблагодарить, кладите руку на пульс, стучи, благодарите.